танцам не помеха. В ритме танго на концерте в канун Дня студентов выступают Евгений Хурин и Татьяна Парфенова. Музыка их связала 7 лет назад. Познакомились на одном из вечеров в Самарском дворце ветеранов. Их творческий тандем хорошо знают в городе. Евгений и Татьяна часто выступают на концертах районных и городских. Признаются, полезное хобби позволяет оставаться в хорошей физической форме и делает жизнь ярче. Ну, для меня танцы – это жизнь. Ну как, конечно, тонус поднимается. Тут все время в музыке, в движениях. Естественно, жизнь совершенно другая, чем просто дома сидеть. Концерт во Дворце ветеранов подготовили при участии городского общества инвалидов. Творческие номера представляют коллективы из разных районов города. В программе не только танцы, но и любимые песни старшего поколения. Мы действительно попытаемся создать, ну, вот такое... Может быть, не столько вот состояние, как мы были в студенчестве, а именно какого-то праздника и беззаботности. На минутку забыть про все проблемы, какие-то проблемы со здоровьем сегодняшнего дня, а именно жить вот каким-то хорошим и радостным, что есть в душе каждого из нас. Следующий концерт в Самарском дворце ветеранов пройдет уже 24 января. Он будет посвящен годовщине освобождения Ленинграда от блокады. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров. События.